Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем играть в Papers, Please. И мы читаем газетку. И мы считаем, что импор налагает торговые санкции, немедленный запрет на импорт любых товаров из Арсоски, спорт, погода, все дела. Нам пора на работу. Кстати, сегодня 26 февраля, мне днюха как бы. 11 декабря 1982 года. О, к нам чувак пошел, зеленый. Импор. Так, это мы читали все. Привет. Спасибо за вчерашнее. Я уже давно не снайпер. И что, и все, что ли? Серьезно? Ну ладно. Так. Импор накладывает полный запрет на импорт товаров из Арстоски. Министерство торговли требует, чтобы Министерство въезда отреагировало на это оскорбление. Отказывайте о въезде всем прибывающим из импора. Импор у нас как выглядит, я забыла. Импор. Так, это вот такая фигня. Все дело. Вот, разыскиваются. Так, тетка и два мужика, все понятно. Теперь вот эту фигню. Опа, она из импора. А, надо причину уже вроде ставить. Ай-яй-яй. Давай сюда. Все, валяй отсюда. Пару въезд запрещен, да, это правда. Ты из Уфы, по-моему. Ой, из Уфы. Так, в гости. На 30 дней. В гости на месяц, все правильно. Волосы короткие, ну да. Так, 84 килограмма, 184 тут где-то, да. Так. Так, ну тут все правильно. М. Шинглтон. Это я помню, что в Уфе Объединенной Федерации. Дэвид Салас. Дэвид Салас. Гости месяц 27-го. Так, на преступника вроде не похож. Эта фигня вроде не поддельная, но... разрешаю, как бы. Мне не жалко. Да ё... номер? Он же такой же был вроде. Слушай, я тебя знаю, ты из Нирска? Я с твоим отцом много лет работала. Ты маленький был такой бандит. Это да, это я помню. Это я был бандитом, да. Всех перестреляла просто. По-моему, все правильно. Вернусь в Снежку, расскажу им, что ты тут неплохо устроился. Да, я как бы не очень хорошо устроилась, ну ладно. А, у меня все правильно, так что хорошо. Импор. Да мне пофиг, куда ты официально-то... Что-то одни сплошные дипломаты лезут из импора. У меня есть причина, так что... Проходи дальше. Так, это наш. Фетов Эдхан. Приет. О, какая сложная. 99-176. Так, все. Все вроде нормально. Но я просмотрю еще раз. Да, Орвич он есть такой. А это точно ты? Это ты в молодости, по-моему. Нет, это не совпадение. У меня была пластическая операция. Да у кого их не было вообще? Ну и что, что ты в чернилах? Ну все тогда, значит, у него правда была пластическая операция.
Иди. Так, ты из импора, вали отсюда. Уходи. Ой, привет. Это снова я. Теперь все как надо. Я буду тут сейчас ходить, чтобы с тобой повидаться. Мы с тобой подружимся. По-моему, мы с тобой уже подружились. Опа! Ты что-то везешь? Ну, стопудово он что-то везет. Это грустно. Моя жена готовит совсем плохо, если я не появится. Ладно, может, тебе вот это не понравилось? Это наркотики. Это маленький бизнес. Ты меня пропустишь, и я тебе кое-чего дам. Кое-чего что? 10 кредитов я тебе дам. 10 кредитов за маленькую печать. Арест. А, мне за арест платят, так что... Арест. Извини. Нормально, я понял. Наркотики плохо. Детям вредно. Ты все равно отлично работаешь. Блин, я надеюсь, что его не посадят. Он как-нибудь сбежит, у него же дофига связи. Я хочу, чтобы он опять пришел просто. Так, ты из импора. А еще ты преступник. Ну а что, он не нравится? Мне твоя рожа не нравится, чувак. Что вы делаете? Да, пройдемте. Минус один. Здорово. Ты из... Да, из Арбистана. Пустить друзей. 90 дней. Да, это 3 месяца. С математикой все плохо. Эмма... Эмма Броулер. Так, у нее, по-моему... У нее печать не поддельная, случайно. Вроде... Да. Волосы длинные, это так, 47 килограмм, 166. А, опять замигал уже. Эмма Броулер. Же скал. Просроченный паспорт. Понимаешь, это не опечатка. Просто у тебя просрочен паспорт. Быстрее, 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 быстрее. Привет. Из республики. Навестить родственников. 1 месяц в гости. Дмитрий Носов. Дмитрий... Вот это нормальная фамилия. Так. А все равно за него деньги не будут начисляться, наверное. Так, все нормально. По-моему, все нормально, правда. Волосы светлые, 81 килограмм, 180. Да ладно. Ты ниже намного. Наверное, это потому, что у меня другая обувь. Это, кстати, да. Это очень даже вероятно. Я сомневаюсь, что мужики носят каблуки. Ну, вообще нормально. Другая обувь. Чуть-чуть не хватило. На квартире 7 класса ваш сын нарисовал картинку, чтобы вы повесили ее на работе. Ой, как много денег. Ну, в принципе, пока на все хватает, так что все хорошо. Мы пойдем спать. Мы всех все. Импорт меняет санкции. Так быстро, что случилось? Развлечение, погода. Рад работу.
12 декабря 1982 года. Ой! Сейчас. Импор признал ошибочность своей политики. Гражданам Импора въезд разрешен. Сегодня вас снова посетит начальник отдела по восточному Грештину. А вот он идет. Или это я? Нет, это он. Так. Герой Эстоти, папа. Я герой Эстоти. Привет. Не стоило сюда тащиться в такую рань. Тут такой запах, что меня сейчас тошнит. Результаты у нас не такие уж плохие. Количество полученных замечаний 11. Не вздумайте их ухудшить. Значит так. Сюда придет моя старая знакомая. Пропусти ее. Ее зовут Шая Персовская. У нее... Может быть, не должно, ясно, слава Шая... Я записала себе. Да, вы слышите ручку? Так, это все, я молодец. Как бы все смотреть, какая я молодец. Так, главное ее пропустить, а то вообще как бы не типа связи. Так, ты из Эмпора, но я тебя пропускаю. Так, в гости на пару недель. Кристофер... Пейсон. Кристофер НКМ. Так. Лысина. У него не лысина. У него... Он просто... Ну, ладно. Ну, у него же видно, что есть волосы, просто он лысеет. 82 килограмма, 173 рост. Ну, да, где-то. Нифига, какой звук странный. По-моему, все нормально. Сейчас опять скажут, что все неправильно. А, нет, все правильно. Эй. Киллер прибудет из Антегрии. Будущая жертва – важный агент Език в Арстоцке. Киллера надо остановить. Его зовут Халид Истом. Не забудьте. Чё это? Это ему отдать? Ай-яй-яй. Не, ну, как бы, если он киллер, то я ему это отдам. Я его пропущу. Он все равно же сдохнет от этого порошка. ПМЖ. Вот ПМЖ все сразу понятно. Гаррет Мулдонвик. Да. Гаррет. Сан-Мармера. А, все нормально. Волос короткие. 91 килограмм, 181. Ты точно 181? Все, да? Так. Да, от 83 до 84. Вообще нормально. Надо... Да ё-моё! Поддельная? Блин, я сразу так подумал. Халид. Ну, блин, ну без штрафа зато. Так, это я еще. Да, ё-моё. Ты тратишь мое время. Эндрю Детеринг. Эндрю Детеринг. Сейчас мы проверим. Неподдельное. До 12-26 постоянно. Эндрю Детеринг. Да все нормально. А тут? Лысый. Это да. 84-185. Все. Есть причин. Ну, не получилось и не получилось. Когда-нибудь потом в другой раз получится. Так, Шай, иди сюда, и Халид тоже не нужны. Что это? А, это... Точно сказать не могу. Что пару недель, может... Андре... Как бы... Я журналист, значит, имею право на въезд. Ставьте печать.
Я сейчас поставлю печать. Я еще и отказ поставлю. У тебя две печати будет. Смотри, какой ты крутой. Эта карта ничего не дает. Фашист! Фу, какие некультурные журналисты. Симские гамбров. Плюс короткие. Это короткие, да? Все нормально. 85, 189. Какие-то тут низкие попадаются. Наверное, потому что у меня другая обувь. Да ладно, ладно, сама мэру симский. Фотка совпадает. Все нормально. По-моему, это не поддельное. Там квадратик, это не поддельное. Да. В гости 14 дней, я что-то прослышала. Вместе друзей на пару недель. Значит, все нормально. Следующий. Дышая. Ну, а Марли. ПМЖ. Прическа каре. Это же, по-моему, каре. Все нормально. Каре просто может быть разное. Ой, до завтра. Ой. Пикин. Что, поправилась, что ли? Сренаде. Марли фик. Фикси. 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 Нет, она просто поправилась. Блин, она среди преступников нет, нету. Ты Халид? Халид и Стом! Ладно, я ему в конце, когда он будет уходить. Халид и Стом. 14 дней транзит. Так. По-моему, у него должно быть все правильно, раз мне сказали его не пропускать. Да. Но это незаконно. Почему он не взял? И чё, мне само это... Нет, я не буду это кушать. Работа. Несколько месяцев. Я забыла, в какую сторону должен быть молоточек. Он в правильную сторону. Да, это вот, который справа вверху. Так. Ну, у него все правильно было. Почему я не должна его пропускать? Я должна его пропускать и делаю свой док. Громова Дижанна. Так. Работа 3 месяца. Несколько месяцев. Это 3 месяца. Логика. Да. Ай, блин, я это не проверила. А, нет, все нормально. Собирай все свои бумажки. Ой, скоро мне зарплату не будет. Город выдачи. О, боже. Я уже про него совсем забыла. Где твои внешние данные? Твои проблемы, чувак, твои проблемы. И чё? Время. Так, ну, в общем-то, время уже прошло. И на этом все. И мы молодцы сегодня вообще. Так что всем пока.